Чем сова похожа на скворечник? У них же дупло. Но у этих есть еще лапочки. Значит, это точно совы. А совы не то, чем кажутся. Вот пусть у вас теперь мозг так же взорвется от этой глубокомысленной сентенции, как у меня взорвался. Что я сказал, сам-то понял, в конце, надеюсь, разберемся. Но поговорим-те лучше с вами, друзья, мы об акустике Genelec. Ведь я уже снимал однажды про Genelec, это были, по-моему, G4 модель, аж на 5 лет назад. Визуально, честно говоря, мы вообще не отличаются от этих. Но ребята мне из Genelec вдруг звонят и говорят: чувак, есть новые колонки. Новые? Да? Я смотрю на это и понимаю, что не отличаются они от предыдущих буквально-таки ничем, но авторитетное заявление менеджеров состоит в том, что это абсолютно новое поколение. Ну, я решил хотя бы брать не такие же, как снимал 4 года назад, потому что, бог знает, уже я уже забыл, как они играли. А у них же это большая линейка, от мала до велика в серии G. Есть пятерки самые большие и единички самые маленькие. Поиграю на контрасте, послушаю и то, и другое. И чем они отличаются от тех, что я снимал 4 года назад, не знаю. Не знаю, и я, знаете, сколько времени ушло, чтобы разобраться хотя бы, чем отличаются вот эти вот серии G от профессиональных мониторов Genelec, которые выглядят абсолютно идентично. Более того, по всем характеристикам они тоже абсолютно идентичны. То есть вот есть, например, вот это вот G1, а есть монитор с индексом, ну, каким-то типа что-то там 8010A или 1080A, ну, неважно, погуглите сами. Такого же размера, в таком же корпусе. Такого же цвета, с такими же характеристиками абсолютно. В чем разница-то? Зачем делать две абсолютно одинаковые конструкции и продавать их под разными названиями, типа для разной аудитории? Чем они отличаются? Вы знаете, я выяснил, чем. Но я вам пока не скажу, чтобы вы дальше смотрели. Итак, эти колоночки представляют собой абсолютно классический Genelec. Что маленькие, что большие, что все те, которые между ними. Прежде всего, это вот этот характерный обтекаемый корпус, цельнолитой алюминиевый. Ну как, не цельнолитой, он все-таки из двух половинок, прибалтованных друг к другу. Передняя панель и задняя панель. Ну вот видите, да, у него тут такая вот такое вот ребрышко соединительное. Но тем не менее, шутки шутками, а не у каждой второй колонки цельнометаллический корпус всего из двух частей. Это, знаете ли, с точки зрения вибропоглощения довольно серьезная вещь. Плюс еще вот эти вот, значит, все характерные формы волноводов, они на каждой колоночке разные, потому что рассчитаны под разный размер. И, естественно, это все имеет какое-то маркетинговое название, типа там CCCM Pro Super Pooper Mega 3D. Ну, короче говоря, это так или иначе работает действительно как волновод. И обратите внимание, даже сеточка, которая закрывает здесь средничественник, будем так говорить, мидбас, она тоже вот такая вогнутая, и это тоже не просто так, потому что имеет свой физический смысл. Так или иначе, вот эти вот все формы, они действительно работают на правильное распространение звуковой волны от этих самых динамиков. Да, это все, естественно, двухполосная конструкция, абсолютная классика, мидбас и твиттер, твиттеры металлические все, а басовик, вот, кстати говоря, теперь ты еще пойди разберись. Значит, сам Genelec нигде не пишет, из чего сделан, собственно говоря, диффузор низкочастотного излучателя. Мне кажется, судя там по наблюдениям, какой-то полимер сейчас они используют, а ведь бывали разные материалы у Genelec'ов. Вот записывались мы как-то с моей группой электромонтёров, нашего саунд-продюсера Вани Лубейникова на студии. И тоже, между прочим, на Genelec'ах. Это были старые Genelec'и, трехполосные, такие огромные студийные мониторы, еще с ленточным твиттером. У Genelec'ов были и ленточные твиттеры, представьте себе. Так вот, там басовик был вообще бумажный. Но, впрочем, и корпуса там были не металлические. Но вернемся к серии G. Значит, как я уже сказал, двухполоска. Это полностью активные колонки. В каждой по два усилителя. Соответственно, конечно, в зависимости от размера, они разные мощности. Ну, естественно, в классе D. Значит, у малышей два усилителя по 25 Вт. А здесь, например, 125 наверху и что-то, по-моему, 140 внизу. Или 120 и 150, ну, в общем, что-то в этом жанре. Дальше активный кроссовер, и дальше уже, собственно говоря, входные разъемы. Да, и вот тут настал тот момент, чтобы я объяснил вам, в чем разница между бытовым Genelec'ом и профессиональным студийным.
например, в пятерках есть вход на XLR и есть вход на RCA. А в профессиональной акустике только XLR. А в маленьких профессиональных есть вход на XLR. А здесь только вход на RCA. Вот вам и весь коленкор. Второе важное отличие в управлении. Ну, точнее, собственно говоря, в управлении отличий-то опять-таки особо нету. Значит, здесь куча настроек, даже в самой маленькой. А в большой-то уж и подавно. Значит, отдача высоких частот, мид-баса, нижнего баса, регулировка АЧХ в зависимости от того, где у вас колонка стоит, на стойке ли, в углу ли, у стенки ли или на столе ли. Естественно, гейн можно крутить, причем ручки громкости на колонках, собственно говоря, как вы могли заметить, нету. То есть громкость вы рулите в вашем звуковом интерфейсе. Так вот, отличие состоит не в управлении настройках, а в названиях этих настроек. Ну, скажем, вот все эти джамперы присутствуют и в профессиональных мониторах, и в G-серии домашней. Конечно, со степенью домашности. Ну ладно, как раз сейчас обсудим. И, например, в студийных мониторах, в регулировках отдачи на разных частотных диапазонов есть слово «tilt», понятное звукоинженерам. А в домашних нету слова «tilt», потому что оно нормальному человеку непонятно. При этом получается, что настроить колонку можно как раз-таки точно так же, как и профессиональный монитор у себя дома, и это, конечно же, прекрасно. Здесь моя любимая телега должна наступить, как это, время для моей любимой телеги, про то, что такое, собственно говоря, профессиональная акустика, студийная акустика для работы, и чем она отличается от домашней. Значит, та акустика, на которой нужно работать, ее цель – показать человеку, который на ней работает, все говно в фонограмме, чтобы он это говно мог вычистить. Ничего, что я так выражаюсь, да? А задача домашней акустики, чтобы тот человек, который ее слушает, получил удовольствие от звука, да? Понимаете? Я бы даже так сказал. Домашняя акустика не должна портить вам удовольствие от музыки излишней честностью в своем звуковоспроизведении. И вот в данном случае мы с вами имеем абсолютно студийную конструкцию, отличающуюся от, собственно говоря, профессионального эквивалента только функционально, которая рекомендуется использовать для дома. Хорошо ли это, друзья мои? Ответ на этот вопрос вы тоже услышите в этом видео чуть попозже, так что опять-таки не отключайтесь, а? Вот я мастер интриги, правда? Самая, конечно, простая модель – это единички, естественно, самая маленькая. Тут минимум настроек, хотя они тоже есть, но, опять же, много ли ты тут настроишь низкого и среднего баса, учитывая, что он, в принципе, здесь начинается герц от 70 от силы. Ну и из сходов RCA. Все. И давайте говорить честно, они сразу заточены по идее, что стоят от вас довольно близко и, скорее всего, вокруг ноутбука, который стоит у вас на столе. То есть вот стереобаза, она ну, вот такая вот, да? Специально для этого, оп, рояль в кустах. Есть вот такие тоже цельнометаллические подставочки, видите, чтобы эту штуку можно было взять вот так вот. Вот она тут прикручивается, у нее есть эп-эп-эп, вот примерно так вот, раз, да. И вот она чуть-чуть смотрит вам наверх. Эти лапочки тоже, они снимаются, резиновики, вот так вот. Оп, у них специально тут полозья есть, вот красота. Нет, конечно, эргономически я Женелеку ставлю абсолютный не просто плюс, а как это, зачет за год. Ну и, кстати говоря, я думаю, что идеально они еще будут играть в качестве тыловых каналов. Под потолок куда-нибудь можно подвесить, естественно. Так, рано я их сюда поставил, потому что понятное дело, что даже если вы играете, ставите их на стол вокруг ноута, в принципе, кстати говоря, нормально по басу, вот как по мне, для настольной колонки, ну вот более чем. Но опять же, у них такое качество звука, что забудешь, что тебе баса не хватает. Но если тебе баса не хватает... Ух ты, мать моя родная, тут есть вот такая вот штука. Да, ребята, это сабвуфер. И у него тоже цельнолитой металлический корпус. Вот вроде бы только нижний. Блин, да. Тоже железо. Ох, и посмотрите, сколько здесь всяких дырок, входов разных. Короче говоря, ты можешь этот саб, это чудо техники совершенное. Значит, он мало того, что работает, собственно говоря, как саб, он еще работает как коммутатор, предусилитель и так далее. То есть ты можешь в самом простом варианте подключения, где эти провода, значит, вот из выхода своего ноутбука, вот, пожалуйста, разъемом, значит, мини-джек на 2 RCA, это все в комплекте идет к единичкам, воткнуться в этот самый сабвуфер. И потом, опять же, вот такими же комплектными проводами RCA-шными воткнуться в один сателлит и в другой.
И таким образом он будет вообще управлять всей системой. Более того, на нем уже будет регулировка громкости. Пультик вот такой есть. А еще у них есть специальный для фанатов пульт тоже вот в такой же форме, металлический. И он так вот крутится, почти как у Найма. Очень красиво и модно. Они 100 лет назад уже эту штуку придумали. Он проводной. Прекрасно работает для настольного вообще. Да, еще на сабвуфер можно кинуть цифровой сигнал, собственно говоря, низкочастотный сигнал. То есть там еще есть и цифроновой преобразователь, значит, естественно, есть настройки, частота среза, фаза, вот это все. То есть там прям можно все понакрутить по уму. Но при этом, друзья мои, еще раз достану этот шнурочек, красивый, белый. Так вот, с помощью RCA на мини-джек из наушникового выхода вашего компьютера подключаться, пожалуйста, не надо. Честно говоря, ну это самый убогий способ подключения, да и по цифре тоже не ахти. Значит, качество мониторов Genelec такое, даже самых маленьких, что ты сразу слышишь, что вот эта вот фиговина, когда через нее звук идет, звук, ну, прямо сильно, вот очень сильно портит, заметно. Все становится мутнее, глуше, ну, типа, как, почему? То есть, нормальное подключение какое? Вы все-таки к вашему компу берете полноценный аудиоинтерфейс, там, внешний ЦАП с предусилителем, да, или звуковую карту. Соответственно, из нее вы уже бросаете сразу звук напрямую на колонки, а со второго выхода уже в сабвуфер. Можно 10 вариантов подключения. Опять же, там есть линейный на РЦА, например, вход. Пожалуйста, врубитесь. И вот тогда у вас звук будет то, что надо. Тем более, что настроить этот ЦАП можно и в такой конфигурации тоже. То есть покупайте Genelec и запитывайте их через выход на наушники, но это, я не знаю, все равно как Феррари купил и поехал, значит, в Усть-Урюпинске, значит, на рыбалку, попросил очень дороги. Ну, то есть, зачем, ребят, зачем? Эти колонки настолько прозрачные и детальные, что ты сразу слышишь, что воткнуты через G. Ты их покупаешь не для этого, а для того, чтобы получить от них максимум, а у них он есть. Если вам хочется по мини-джеку подключиться, нафига вам Genelec? Defender в помощь. Ну, то есть, понятное дело, что ты купил, например, самые младшенькие маленькие единички, да, а потом в перспективе еще добавил к ним SAP. Это вполне рабочий вариант. Но так вот, если сразу брать, я бы сразу брал двойки или тройки. Они как бы вот уже такого размера. И баса там уже вот так вот, и SAP никакого не нужно. Не говорите женелековцам, что я вам так советовал. Им же SAP нужно продавать тоже. Ну, а если у вас намерение посерьезнее, то, конечно, берите пятерки. Тут уж с басом все в порядке, не зря там так много настроек, потому что его только, знаете, прибавлять не надо, его только, знай, убавляй, в зависимости от того, какая ситуация у тебя с акустикой помещения. И, как я уже сказал, идеологически здесь все то же самое. Двухполоска, металлический твиттер, видимо, какой-то полимерный диффузор в мид-басу, два усилителя, все-таки 130 и 150, и весь набор настроек, плюс входы RCA и XLR. Что ж, настал момент поговорить о звуке, не правда ли? Помните ли вы, друзья, как впервые услышали Genelec? А я помню. Работал я тогда корреспондентом на канале НТВ в развлекательной программе «Все сразу». Любимая программа гендиректора Миллера была, как сейчас помню, с Петей Фадеевым и Фёклой Толстой. Славные были времена. Так вот, монтировали мы сюжет, значит, ну, как обычно, в какой-то вот коморочке с вот таким вот мониторчиком, DV-камчиками этими и колоночками Yamaha. Ну, вот они были ровно такого размера, тут еще только у них громкость была, и, по-моему, тоже даже тембр-блок, что смешно. А сюжеты, между прочим, в том числе были и про музыку. Ну, и ты там крутишь, да, там твоя звуковая дорожка, ну, в смысле, с голосом начитка, синхроны какие-то, одно, другое, третье. И однажды, я уж не помню почему, но, короче говоря, то ли надо было там что-то срочно, по-моему, было, надо было что-то срочно исправить перед эфиром, и уже не было времени носить кассеты туда-обратно. И мы побежали в какую-то основную понтовую монтажку НТВшную, где был вот такой вот пульт, естественно, и стояли вот такие вот мониторы Genelec. И, значит, эти ребята засундолили наш мастер, что-то там, да, ну, короче, что-то там то ли вырезать, то ли дописать, и включают. И я забыл вообще, что там нам надо делать с этим сюжетом, потому что я сижу вот так вот, слушаю то, что там звучит в этом сюжете. А чё? Вот это все можно было услышать? Вот из этих вот Yamaha что-то не было слышно, нифига. Это, кстати, я еще не был аудиофилом, между прочим. У меня был музыкальный центр Philips тогда. С
стоял дома тут, господи, прости, за который меня коллеги в будущем аудиофилы, помню, тогда обкладывали довольно-таки матюгами. Но это вот было одно из ломающих впечатлений. Как-то сейчас там говорят эти травмирующие опыты, друзья мои. После этого я такой. Так вот, да, Женелек – это, безусловно, студийный звук. Но это звук Женелек. Тут две особенности, которые мне очень нравятся. Во-первых, это, конечно, вот эта невероятная прозрачность, детальность. Они потрясающие. В них слышно, ну, просто черт знает чего. Еще один важный момент – идеальное согласование фазы, из-за чего у тебя именно что пространственная картина звука просто феноменальная. Ты даже сбоку смотришь и вот видишь, как висят, блин, эти инструменты у тебя в воздухе, в середине комнаты. Это обалдеть. И самое главное то, что это все совершенно неутомительно звучит. При всей прозрачности и точности неутомительно. Но это я бы сравнил, может быть, с наушниками Odyssey, да, которых тоже дофига всего слышно и можно слушать очень, очень долго. Вот мы снимали эти колоночки целый день, часов 8. Они играли подряд. Ни малейшей усталости. И я пытаюсь еще, знаете, что-нибудь как-то подколоть их. Договорился уже до того, мы с Владиславом тут обсуждали, что, чего не хватает? Вот чего не хватает в Женелеке? Понимаете, не хватает мне окраса какого-то. Ну вот окраса. Ну как-то не по-аудиофильски это. Быть такими ровными, точными и взвешенными. Я хочу, чтобы была какая-нибудь кривизна. Я уже привык, что в нашей индустрии должна быть, ну вообще так, шутки шутками, а действительно же смысл домашней акустики как раз в том, чтобы придать какую-то характерную вот эту такую черточку в звуке, которая, собственно, и дарит тебе радость. Здесь этой чертовой черточки, конечно же, нет. Они идеально отыгрывают фонограмму. Но самое страшное, ребята, не это, а то, что они еще и не очень-то дорогие. Потому что вот эти малыши, типа, я еще не знаю, конечно, что сейчас происходит с курсом, но когда я снимал, это было типа 30 тысяч за пару. 30 тысяч. А вот эти огроменные пятерки, 150. За одну штуку, конечно, да. Но вот эти вот пятерки за 150, то есть пара будет 300, да? По качеству звука, точнее, по уровню звука, по классу звука, по проработке фонограммы, эта пара за 300 даст фору куче всякого хай-энда по 3 миллиона. Вот ты думай. И, кстати, ребята, made in Finland, сделано в Финляндии, то есть настоящие северные совы, а не то.